Мы очень рады приветствовать вас в гостеприимном камерном зале Московского международного дома музыки, который уже не в первый раз распахивает для нас свои двери. И мы начинаем концерт «Детство навсегда». На нашей сцене внебюджетные группы прославленного коллектива, ансамбля «Песни и пляски» имени Владимира Сергеевича Лоптева. Художественный руководитель ансамбля Леонид Михайлович Фраткин. Сегодня юные участники концерта, самым младшим из которых еще не исполнилось даже 3 лет, покажут, чему они научились за несколько месяцев упорных занятий. Итак, встречайте, веселая лягушата, исполняет хореографическая группа, педагог Ольга Борисовна Морозова. Thank you.
сейчас на нашей сцене выступят ученица и педагог. Вы услышите старинный романс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» Георгия Свиридова. Встречайте Анастасия Мистюкова, домра, и Елена Прокофьева, фортепиано. Браво!
весело и дружно жили, и не знали слова страх. Песню о добре сложили. Мы ведь тоже можем так. Сейчас перед вами выступят замечательные маленькие гномики. Встречайте, хореографическая группа, педагог Иван Владимирович Каратеев. Музыка Александра Тюрина. Стихи Вадима Глузмана. Поет Александр Гами. Гномики. Как-то скоро в домике, там, где я стоял врач, жили дружно гномки, с ними водичку пили, где лягушки плакали, со зверями белыми, и под вами плакали, где целые ножи, и не знали слова страх. Сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так. Сказки о добре сложили, сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так, мы ведь тоже можем так. Солнце лучами любили, в дождь бывали грустными, хороводили водили, с детками послушными, на прудню загорали. Летние ночки вслух стихи свои читали, стоя на цветочках. Весело мирно жили, не зная слова страх. Сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так. Сказки о добре сложили, сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так, мы ведь тоже можем так. Тут нарушусь, песни не заслушали, вечерком домой вернувшись, с кредитом кушали, на зиму грибы сушили, и минуту бросили, а ночами выходили, любоваться звездами. Веселые мирно жили, не зная слова страх. Сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так. Сказки о добре сложили, сказки о добре сложили, мы ведь тоже можем так, мы ведь тоже можем так. Звери дикой чаще, как костром в доме, там, где я стоял и врач, жили дружно гномки. Но для самых юных наших артистов они являются ориентиром для движения вперед. Встречайте, хор «Пионер», руководитель Ксения Анатольевна Тодоренко, партия фортепиано Инна Михайловна Скоморохова. Музыка Алексея Иконникова. Слова выпускницы ансамбля имени Локтева Нины Русановой. Детство навсегда. Thank you.
поможем наших замечательных певцов громкими аплодисментами. Они заслужили их. Музыка Бориса Савельева. Песенка кота Леопольда из мультфильма «Лето кота Леопольда». Неприятность эту мы переживем. Исполняют Светлана и Наталья Курятниковы и Алиса Корсакова. Фортепиано. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Аплодисменты! Перед вами выступят две замечательные девочки, и они исполнят произведение на английском языке. Встречайте, Аделина Блинкова и Татьяна Ивлева. It's time for music class. Пора начать урок музыки. И американская детская песня 19 века. Mary had a little lamb. У Мэри был ягненок. Педагог Александра Олеговна Жемчугова. Thank you.
А сейчас вы увидите премьеру танца «Карнавал». Исполняет хореографическая группа. Педагог Ольга Борисовна Морозова. Педагог Нина Андреевна Лиманская. Партия фортепиано Александра Сорокина. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Thank you.
в речку прыгнули отважно, и о чем-то говоря, в речке плещутся кря-кря. Сейчас вы увидите танец маленьких утят Вернера Томаса. Исполняют Арина Аносова и Серафима Либензон. Фортепиано. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Thank you.
Минуэт из оперы «Дон Жуан». Исполняет дуэт флейт «Крючок Мирослава» и «Ларченко Надежда». Класс Нины Андреевны Лиманской. Партия фортепиано Инна Михайловна Скоморохова. Аплодисменты! Арно Бабаджанян. Ноктюрн. Исполняет Ярослав Городовой. Фортепиано. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Thank you.
Ларисы Абелян. Песенка про хомячка. Исполняет группа хора Елены Александровны Пивоваровой. Партия фортепиано Инна Михайловна Скоморохова. Дружные аплодисменты, друзья! Thank you.
на музыку и слова Евгении Залиской. Хлопайте в ладоши. Как говорилось в бременских музыкантах, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. Аплодисменты громкие-громкие. Thank you.
будет полечка звучать. Время тратим мы недаром, невозможно устоять. Сейчас вы услышите маленькую польку Дмитрия Кабалевского. Исполняет ансамбль блокфлейтистов. Педагог Нина Андреевна Лиманская. Партия фортепиано Андрей Гребенкин. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Ребята, выходите, мы вас ждем. Давайте мы дружно поддержим ребят, я думаю, они стесняются далеко. Thank you.
со шляпками. Исполняет хореографическая группа. Педагог Иван Владимирович Каратеев. Песни принести. Пусть музыка
Маркевич. Английский марш. Исполняет ансамбль «Блок флейтистов». Педагог Нина Андреевна Лиманская. Партия фортепиано Валерия Альмамбетова. Класс преподавателя Инны Михайловны Скомороховой. Забыться и оказаться в сказке, в хорошем сне, где всегда все хорошо, где действительно можно полетать на облаках, подумать о чем-то и исполнить любые самые заветные, казалось бы, самые странные мечты. И наши ребята, которые выйдут к вам сейчас на сцену, постараются подарить вам это ощущение сказки. Поэтому попробуйте немножечко закрыть глаза до того, как ребята придут. Подумать о своем самом сокровенном желании, и оно обязательно, обязательно исполнится, а наши ребята зарядят его своей невероятной энергией. Итак, встречайте. Хореографическая группа. Педагог Иван Владимирович Каратеев. Музыка Александра Ермолова. Слова Вадима Борисова. «Волшебная страна». Ваши аплодисменты! Мы едем на солнце, и за все дадут.
что, друзья, я думаю, что теперь все ваши желания точно сбудутся. А сейчас давайте немножечко подумаем о том, что все мы когда-то были детьми, даже наши педагоги. Они тоже были малышами, учились, затем становились студентами и только потом превратились в настоящих профессионалов. И у них тоже были переходные периоды в жизни. Они готовились, сдавали зачеты и экзамены. И, конечно, всегда старались снять как-то напряжение и волнение перед этими экзаменами. И сейчас вы услышите твист перед экзаменом. Попурри на темы из кинофильма «Операция И» и другие приключения Шурика Александра Зацепина. Исполняют педагоги Лиманская Нина Андреевна, Галька Екатерина Анатольевна и Скоморохова Инна Михайловна. Аплодисменты! Thank you.
финальный номер нашего концерта. Слова и музыка Олега Попкова. «Губки бантиком» исполняет хореографическая группа детей и родителей. Педагог Ольга Борисовна Морозова.
замечательно! Ваши дети большие-большие молодцы! Мы благодарим вас за то, что вы привели их в наш замечательный коллектив. Благодарим ваши замечательные юные дарования. И, конечно же, давайте мы подарим отдельные аплодисменты нашим прекрасным педагогам, ведь без них ничего этого не было. Наполненным волшебством. Мы желаем вам удачи, радости, хороших летних каникул. И не прощаемся, а говорим до новых встреч!